Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії Наталія Ігнатенко. Доброї раніці. До 10 жнівня уборочная кампания на Гомельщине будет завершена. Такий прогноз огучил первый наместник старшини Гомельского облвыканкама Александр Миколуцкий. По области убрано 45% площадей, намолочено 475 тысяч тонн збожжа. Средняя урожайность складает 32 центнера с гектара, что на 7 центнеров с гектара больше, чем летось. Самая высокая урожайность отзначена на палетках Речицкого и Житковицкого районов. Максимум до 75 центнеру с гектара. Речицкий район сёлета у лидерах и по намолоте, и по темпах работ. Например, у агрокомбинации «Холмиш» пересягнули отзнаку 70% убранных площадей. Высокая технология возделывания наших сельхозкультур зерновых. Техника более качественно была отрегулирована. Ну и подбор сортов. Это весь спектр работ, которые должны влиять на урожайность. Они были в области выполнены, выдержана технология. Практически во всех областях урожайность ниже прошлого года не показывают. Кроме Гомельской области. Мы показываем выше. Держзаказ по поставках зерня в областью выкананы крыху больше, як на 20%. Однако варто уличить, что на даденный момент шмат покуль яшчэ не оформленного збожа находится на элеваторах. Машины с новым урожаем прибывают сюды каждую годину. Усім господаркам в области дадены указание оформить збожа у лік держзаказу у ближайший час. Заходячи с показчиков на молоту, специалисты упэўнены, что проблем с выкананием поставок сёлета не будет. Дарэчы, напередадні у Рэчыцкім районе ушановали першие молодежные экипажи комбайнеров-тысячников. Уручение дипломов и подарунков проходило непосредно на полях. Усяго у Гомельской области працуе каля 500 экипажов под эгидой Белорусского республиканского союза молоди. С молодыми героями сёлетнего жнива познайомился наш корреспондент Максим Савин. Першими в области отзначились молодые комбайнеры филиала «Советская Беларусь» открытого акционерного товариства «Речицкий комбинат хлебопродуктов». Заветную мяжу 1000 тонн тут переодолели одразу два экипажа. Александр Кашицкий, Дмитрий Воробьев, а так само Дионис Тельмашонок и Константин Соснок. Складающая высоких намолотов, карпатливая праца и надеянная новая техника. Да и больше опытные комбайнеры своим молодым коллегам завсёды готовы допомогчи и словом, и справой. Интересуешься, что-то спрашиваешь? Помогают, естественно. Не без этого. Отримал подарунки водитель Александр Сыс. Для его это первое жниво. За спякотного на дворе оно проходит нелегко. Тем больше каштовный поспех. Александр первым из молодых водителей перевез 1000 тонн сбожжа. Это моя первая уборочная. Из-за жары немножко тяжело. Машина не подвозит. Справляемся. Меркование, что праца на комбайне справа не жаночая, обвергают Наталья Бракаренко и Ирина Склемянок. Девчата уходят у склад экипажа к субоборона краины. Яны так само отримали подарунки от БРСМ. На двоих девчаты мают за плечима 10 уборочных. Тяжкости этой напруженной пары их не пужают. И хоть до этого собравали, праца у поля сближая еще больше. Придется, помогаем. Если что-то надо там подержать, покрутить, все делаем, помогаем друг другу. Там приходится как-то поддерживать друг друга, все-таки это нелегко. Працуют девчаты разом со своими батьками. Семейное взаиморазумение у працы приносит свои становчие выники. Семейным подрядом оно легче работать, чем раздельно. Семейным подрядом вот работаешь, и вот я с дочерью работаю. Она понимает и с полслова, что я сказал, она понимает. Надо мне обойти, проверить комбайн, она садится за руля, сама убирая. Я обойду, посмотрю, все нормально, поломок нету, отдыхну, перекуру. Потом опять за штурвал и пошел. В этом году Наталья скончила ГДУ мя Франциска Скарыны. Ирина навучается в Мазырском педуниверситете. Об тем, что летние каникулы проходят не на березе экзотичного моря, а посярод мора житняга, ни одна из них не шкадуя. Праца хоть и тяжкая, але цікавая, да и заработать можно неадренно. Это интересно, что-то новое. И лишние деньги тоже не помешают. В областном комитете БРСМ уважливо сочат за работой каждого за маль 500 молодежных экипажей. И никто не застанется без заслуженных узнагород. Мы также будем продолжать поощрять все молодежные экипажи, которые будут достигать этого рубежа в 1000 тонн. Каждый районный комитет Белорусского республиканского союза молодежи будет выезжать в поля и вручать ценные подарки и выражать слова благодарности каждому молодежному экипажу, который достигнет такого высокого показателя.
Выники працоўнага спаборніцтва сярод моладзі падвядуць на абласных дажынках. Лепшыя экіпажы і вадзіцелі атрымаюць узнагароды. Максім Савін, Ігар Марычынка, тэлерадыёкампанія «Гомель» з Рэчыцкага району. У Беларусі завершыўся чарговы важны этап кампаніі па выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу. 27 ліпеня быў апошні дзень для стварэння участковых выбарчых камісій. Настасія Кучынская працягне тэму. Увогуле на ўваходжанне ў састаў участковых камісій па выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу ў Гомельскай вобласці было вылучана каля 12 тысяч чалавек. Састаў камісій на кожным участку вызначаюць на пасяджэннях тэрытарыяльных органаў кіравання. У бліжэйшыя дні, калі уладзяць астатнія фармальнасці, можна будзе азнаёміцца з усімі спісамі членаў камісіі. Іх колькасць будзе залежаць ад колькасці жыхароў, які зарэгістраваны на ўчастку. Усяго на тэрыторыі нашага рэгіёна створаны 1038 выбарчых участкаў. Зараз стаіць задача забяспечыць на іх роўны доступ для ўсіх выбаршчыкаў. Маюцца на ўвазе асобы, якія рухаюцца ў інвалідных крэслах, мамы з каляскамі, інваліды па зроку і пажылыя людзі. Пытанне даступнасці выбарчых участкаў для людзей з асаблівымі патрэбамі разгледзелі ў абласной выбарчай камісіі. Як было адзначана падчас размовы, заходзячы з прынцыпу агульнадаступнасці ўчасткаў, іх стараліся арганізаваць на першых паверхах. Перавагу аддалі тым дамам, дзе ёсць пандусы. На ўчастках, якія знаходзяцца ў будынках, што не адпавядаюць такім патрабаванням, вырашана арганізаваць работу валанцёраў. Такая практыка работы ўжо была іспытана компания 2015 года, она набирает обороты, когда работают волонтеры при поддержке Красного Креста, Белорусского Республиканского Союза молодежи, областной организации инвалидов. Проводится учеба, как помочь человеку, не повредив ему здоровье, не навредив, да, помочь человеку подняться либо на второй этаж, либо преодолеть, пусть даже и две ступеньки, на улице. Зараз працягваецца прыём дакументаў у акруговай выбарчай камісіі ад асоб, якія выказалі жаданне стаць кандыдатамі ў дэпутаты. Гэта работа ізо дня ў дзень актывізіруецца, і 1 аўгуста ўключыцельна все должны прадставіць свае дакументы, значыць, акружная збіральная камісія для рассмотрення. Зараз у Гомельскай вобласці працуюць 117 назіральнікаў, з іх 4 акрэдытаваны ў абласной выбарчай камісіі, астатнія ў акруговых. Нагадаем, выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу пройдуць 11 верасня 2016 года. Настасія Кучынская, Ігар Марышчанка, тэлерадыёкампанія «Гомель». Вынікі службовай дзейнасці за першае паўгоддзе 2016 года сталі галоўнай тэмай калегіі Гомельскага абласнога ўпраўлення МНС. У нарадзе прыняў удзел намеснік міністра па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь Генадзь Ласута. У цэлым значных заўваг да работы выратавальнікаў у гэтым перыядзе няма. Шматлікія паказчыкі сведчаць аб станоўчых выніках працы. Але, як адзначыў Генадзь Ласута, нельга забываць пра прафілактыку. Мы работалі на канкрэтны результат. И этот результат начал уже проявляться. Начал проявляться. Да? Он должен быть и масштабнее, и больше. Организация пропагандистской работы, работа в трудовых коллективах, работа с населением, обучение. Как-то не звучит гомельщина вот в этом вопросе. За першае паўгоддзе 2016 года ў параўнанні з аналагічным перыядам 2015 у Гомельскай вобласці істотна скарацілася колькасць пажараў. У сярэднім статыстыка ўзгаранняў зменшылася на 25%, не дапушчана гібелі дзяцей. На 36% знізілася колькасць загінуўшых людзей. У выніку агульнага аналізу і супастаўлення вынікаў службовай дзейнасці Гомельская вобласць заняла другое месца сярод рэгіёнаў краіны. На першым горад Мінск. Сёння адзначаецца сусветны дзень барацьбы з гепатытам. Традыцыйна ён з'яўляецца нагодай звярнуць увагу грамадства на сімптомы, метады дыагностыкі, прафілактыкі і лячэння гэтага захворвання. Так сёння ў Гомелі пройдуць прамыя тэлефонныя лініі. З 10 до 12 гадзін па нумары тэлефона 75-54-47 можна будзе атрымаць кансультацыю ўрача-эпідэміёлага. А з 13 до 15 гадзін па нумары 61-92-66 – проконсультоваться с врачом-инфекционистом.
А зараз приємная новина для абітурієнтів. У Белорусском гандлёво-экономичном университете споживецкой кооперации до 1 жнівня протягивается прием документов на бюджетное место. Абітурієнтам готовы пропоновать навучання за кошт бюджету споживецкой кооперации нашей краины по шерегу престижных специальностей, таких как бухгалтерский улик, коммерцийная деятельность, маркетинг. Штогод улик студентов ВНУ залишивают каля 800 абітурієнтов, 30% из них на бюджетную форму навучання. Белорусский гандлёво-экономичный университет споживецкой кооперации рыхтуе высококваліфікаваных специалистов, запотребованных у гандлі, громадском харчаванні, промысловості, знешнеэкономичной деятельности и логистицы. Сярод найбольш популярных специальностей – сусветная экономика, логистика и инновационная для нашего региона экономика электронного бизнеса. Треба отзначить, бюджетная форма навучання у Белорусском гандлёво-экономичном университете споживецкой кооперации так само гарантуе своим студентам шэраг значных перавах. Первое – их обучение финансируется именно системой потребительской кооперации. Второе – они получают стипендию гарантированную. И третье, что очень важно в настоящее время, им гарантировано первое рабочее место. Мы ждем всех абитуриентов в приемной комиссии по 1 августа включительно. У них будет возможность поступить не только на платные места, но и на бесплатные для них места, которые финансирует потребительская кооперация Республики Беларусь. Гомельские школы рыхтуются до початку навучального года. Наши корреспонденты назирали за тем, как проходит этот процесс. И высветляли, у каким выгляде установы адукации сустренуть 1 вересня в учняу. У средней школе номер 11 города Гомеля подрыхтовка до нового навучального года идет полным ходом. Сёлета учняў тут будет больше, чем летась на 24 человеки. Это литерально целый класс. У першую чергу всех обеспечили партами. Провели так само косметичный ремонт у классах, адрамонтовали раздевалки, медпункт, тренажерный зал. Самым дорогим проектом стала замена оконных блоков. Мы продолжили очень актуальную для нашей школы тему сохранения тепла и света через замену окон. Старые оконные блоки мы заменили на новые стеклопакеты. С марта по июль 2016 года мы заменили 19 окон. Характерно, что после замены окон все работы, сопутствующие по ремонту откосов, по ремонту стен, которые были повреждены при демонтаже старых, выполнили хозспособом, своими силами, и все это за внебюджетные средства. Позабюджетные сродки у гомельских школах сегодня главная финансовая крыница для подрыхтовки до навучального года. У целом городские средние установы адукации сделали таким способом ремонты на сумму около 4 миллионов рублей. Это 40 миллиардов до деноминации. Работы проводятся самые разные – от косметичных ремонтов до установки новой техники. Каждая школа свой фронт работы вызначает самостоятельно. Главное – своечасово и якостно все закончить. На сегодня практически находимся на завершающей стадии по получению, по выполнению всего комплекса подготовительных работ для того, чтобы получить паспорта готовности. Поставлена задача вот в начале августа по каждому объекту, чтобы была видна уже полностью как бы оценка готовности, и мы, конечно, к этому идем. По попередних даденных, сёлета у Гомеля будет прикладно на 2000 школьников больше, чем было летось. Тому важной задачей для адукации города стала еще и необходимость обеспечить усіх не только местцами, але и наставниками. Гэтае пытанне до 1 вересня так само обещают вырашить. Настасья Кучинская, Сергей Нигеревич, Михаил Рабков, телерадиокомпания Гомель. У Гомелі открылся республиканский кірмаш «Летний ценопад». Гандлёвые павильоны размещены у помешканні сезонного катка МЖК «Сонечный» и побач з ім. Кірмаш проводится 7-й год запар. Его организатором традиционно выступает Гомельское отделение Белорусской гандлёво-промысловой палаты. Сёлета «Летний ценопад» объединил каля 90 удельников из всей Беларуси. У их лику вытворцы легкой и харчовой промысловости – ремесники. Так само упершыню приехали продавцы из России. Кірмаш будет работать у Гомеля до 30 липеня. На ярмарке представлены и текстильные, и трикотажные изделия, кондитерские изделия, колбасы и полуфабрикаты мясные. Также организованы детские аттракционы, то есть с 10 до 19 можно прийти всей семьей, совершить необходимые покупки и хорошо провести время. И это была последняя информация нашего ранешнего информационного выпуска. У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ожидаем вам пленного дня. До новых встреч в эфире.